Всем привет, ребят, с вами Gobzor.com. Сегодня с вами рассмотрим премиальное игровое кресло Kogar Throne Royal с рекомендованной стоимостью в 29 990 рублей. Оно уже доступно в российских магазинах. Комплект включает крестовину для подлокотника, пластиковые заглушки, ручки, две съемные подушки, спинку, сидушку, газлифт, ключ и винты, а также белые перчатки. Есть подробная инструкция по сборке с наглядной иллюстрацией. Мы начинаем ее с фиксации пятиколес на крестовине. Далее в нее устанавливается газлифт. Для дальнейшей сборки потребуется комплектный 8-гранный ключ. Фиксируем регулируемый механизм на сидушку с помощью 3 винтов. Ставим подлокотники. Далее для удобства сиденья можно будет установить уже на газлифт. Затягиваем спинку, ставим декоративные пластиковые накладки на пластину крепления. Все эти манипуляции проводить можно в комплектных белоснежных перчатках, получив еще и эстетическое удовольствие от процесса. На сборку даже неподготовленный пользователь потратится не более 15-20 минут. Основной цвет у Kogar Throne Royal черный. Выглядит премиально. Будет отлично смотреться и рядом с рабочим столом геймера, и в деловой обстановке офиса. В отделке используется сочетание искусственной кожи и ткани. Центральная часть – это кожа, она легко обслуживается, не собирает загрязнения. Боковые вставки из ткани, она в свою очередь приятнее тактильно. Общий представительский вид удачно дополняет стежки с золотистыми нитками логотип производителя на съемных подушках. Подушек тут две, одна в районе поясницы, вторая шеи. Они дают оптимальную посадку и упор, обе с наполнителем. Качество изготовления не вызывает нареканий. В основе используется надежный металлический каркас. Конструкция выдерживает человека весом до 160 кг. С обратной стороны спинка обтянута кожа, в верхней зоне логотип производителя. Общая форма напоминает кресло гоночного автомобиля. Механизм качания в Kogar Throne Royal с двумя боковыми ручками и центральным барабаном. Предлагается возможность тонкой настройки не только высоты расположения, но и жесткости качания и самого отключения этого качания. Используется надежный газлифт 4 класса, основание выполнено полностью из металла, необычная форма лучей, колесики с увеличенным диаметром, подлокотники в этом кресле с регулируемой высотой, широкие ручки для удобного размещения рук во время работы. В очередной раз говорим о разнице в сравнении с табуретками и офисными креслами, я думаю, мы тут не будем. Тут достаточно просто раз попробовать разместиться в таком кресле, чтобы понять все его преимущества. А заключается недалеко не во внешнем виде, на первом плане удобство размещения и отсутствие лишней нагрузки на позвоночник и организм в целом. Kogar Throne Royal предлагает владельцу возможность тонкой настройки, удовлетворяя потребности даже самого капризного пользователя. Высота регулируется от 135 до 141 см. Спинка отклоняется до 170 градусов. Максимальное отклонение не перевешивает. Отличает его высокая жесткость, место сопряжения и отсутствие риска излома. Подушки крепятся при помощи ремней, каждую из них можно отрегулировать или убрать. Широкое сиденье с удобной посадкой, есть необходимая боковая поддержка. Плавный механизм качания, колесики из полиуретана. Kogar Throne Royal – игровое кресло для тех, кто не приемлет компромиссов. Строгий внешний вид, использование качественных материалов, простая сборка, две подушки, газлифт 4 класса, регулируемые подлокотники без люфта, прочная конструкция, возможность регулировки, металлическая крестовина. С удовольствием обсудим с вами Kogar Throne Royal в комментариях. Всем спасибо за внимание и пока-пока.